Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Летом прошлого года пара умельцев в течение месяца соорудила во дворе моего дома большой арочный навес из поликарбоната. Прошел почти год, и я готов поделиться впечатлениями от его использования. Для удобства я сделал два списка, сначала плюсы, а потом минусы. Плюсы навеса из поликарбоната. Пропускает рассеянный солнечный свет, поэтому зимой в доме светло. Визуально навес очень легкий, смотрится современно и всем нравится. Растения, в том числе комнатные, неплохо себя чувствуют под навесом, им достаточно света. Минусы. Летом под навесом жарко. Это плюсы с предыдущего списка, который с наступлением жары превращается в минус. Под шиферным навесом прохладней. При изменении температуры воздуха поликарбонат трещит. Утром он расширяется, вечером сжимается. Но это наблюдается в основном с конца весны до середины осени. Говорят, что треск скоро пройдет и поликарбонат встанет на место. Хрупкость поликарбоната. Я не знаю, насколько он прочный, но когда в августе прошлого года пошел крупный град размером с вишню, думал, навес пробьет насквозь. Все обошлось, но как говорил Абрам в том анекдоте, ложки нашли, но осадок остался. Прочитал несколько статей и сообщений на форумах об этом материале. Интересно, что к недостаткам поликарбонатов чаще всего причисляют особенности монтажа и проектирования. Что-то вроде почистите грязь, проверьте листы на целостность и правильно вкрутите саморезы. Но эти недостатки больше влияют на мастеров-монтажников, чем на конечных заказчиков и пользователей навеса. Согласно источнику, поликарбонат прочный, надежный и эластичный материал. Это хорошо. А есть ли у тебя навес из поликарбоната? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.